Вак, я не готов к этому персонажу, он максимально меня криповит. Что за херня, чувак, кто это? Тихо, тихо. Всем привет, вы на канале Потустороннее. Сегодня я буду заказывать персонажа, который напугает тебя 100%, потому что это чувак гость. И он любит приходить ночью, пока ты спишь. Я сегодня закажу в Даркнет, так что посмотри видос до конца, поставь лайк, подписочку на канал. А мы начинаем. Фу, я ж ты ж, блин, вообще, чувак, я не готов к этому персонажу, он максимально меня криповит. Ну, он не такой, он просто, смотри, он просто стоит, как будто и смотрит. Чувак, что у него с глазами? Он, это что надо выпить? Он просто... Что бодрый, скушать? Бодрый очень. Он не очень бодрый, он вообще, чувак, я не знаю, от такого человека, если я увижу, я не знаю, что от него ожидать. Это даже не человек, это кто? Нахрен, это рептилия какая-то. Он человек, что ты, он просто так выглядит. Хорошо, хорошо. А может, и не человек. Ну, чувак, ты готов его заказывать? Я готов. Мы заказываем, мы делаем это говно, блин. Ну мы, чувак, сидим в комнатке, будем себе закрытые, тихонечко. Ну да, камеры скрыты. За ним, и все. Вот если... О, чувак, он к нам не подойдет, думаю. А если он придет? Если он придет, то мы к нему не подходим, чувак. Я просто смотрим на него. Я к нему выходить вообще не собираюсь, потому что он максимально какой-то криповый чил. Ну, ладно, заказываем. Да. Все, ребята, сейчас будет самое мясо. Дамы и господа, мы готовы уже, так сказать, включать камеры, скрытые камеры. И мы хотим видеть этого гостя. Ну, чувак, я ссыку, если честно, мне страшно очень. Ну, это просто лысый балди. Ну, какой лысый балди, это чувак? Лысый у него балди. В глазах написано, что я тебя сейчас гопну. Да не, он просто... Он такой... что-то скрывает, 100%. Он, наоборот, ничего не скрывает. Или он очень удивлен, типа, удивленно смотрит на мир. Смотрите, ребяточки, вот на все наши камеры сейчас покажу. Мы его запечатлим сегодня 100%, он придет, раз слышал видос. Что-что? Я думаю, отсюда придет. Ну, конечно, с двери, он же все-таки... Он человек вообще или кто он? Ну, по идее, да. Ну, если гость, это ж не говорят, что это монстр. Это какой-то человек модифицированный, либо он что-то... Раньше что? Был человеком. Раньше? А сейчас это кто? А сейчас это... Какой-то полупризрак? Получеловек, полулысый, глазастый чел. А он живой? Он какой? Он может откинуть копыта? Или он просто привидение какое-то гребаное? Мне кажется, это больше как привидение какое-то. Вот в привидении-то я и боюсь гребаных. С мотором? С мотором. Так, ну... Прикинь, такой включаемся, а он там сидит тупо и пердит. Вот в той штучке? Вот в той штучке, это в клеточке маленькой. Такой, прикинь, все такой маленький, такой, о, я гость. И такой смотрит, глаза большие очень. Ты чё, блин? А чё он так смотрит? Ты думаешь, это... Ну, вот, но если он был человеком, а чё у него такие глаза большие? Он не смотрит, как злой. Ну да, тут в принципе, да, ребята, прям злым он не выглядит. Он просто устрашает своей... Он спокойный, но у него просто внешность, ну, необычная. Не очень приятная и обычная. Ну как? Ну, на свой вкус. Кому-то, может, понравился. Напишите, кому понравился. Ну, такое, он не очень... Что за херня, чувак, кто это? Тихо, тихо. Пошел сюда. Да, фак. Что это было, чувак? Он сюда, походу, пошел. Ой, бля, лови его, чувак, где он? Вообще. Чувак, нет, не ты в той комнате, куда? Тихо, а что здесь такое? Фак. Что делаем? Это нет. Я сейчас... Подожди, я посмотрю коридор. Пусто. Чувак, хотел пойти. Пусто, коридор нет, никого нет. What the fuck? Никого там нету. А куда он делся-то? Я не знаю. Он прошел в коридор, прям, чувак, к нам, сюда. У меня мурашки аж побежали. Вот это же... Щет, это стрёмная херня, ребяточки. Самое, что я видел за последнее время. Чувак, он просто шел сюда, исчез куда-то. Чего я сразу не додумался камеру включить? Может, она зависла? Камера? Ну, вроде нет. Давай посмотрим. Просмотри, чувак. Да нет, там как будто никого нет. Никого. О, это было максимально страшно. Чувак, это жесть какая-то. Ладно, давай дальше. Чувак, ну он... Он дома, 100%! Что мы делаем? Чувак, а куда он пропал? Куда он пропал? Блин, он призрак гребаный, он сидит. Дверь. Ууу! Что, она открывается? Она открывается! Он в той комнате. Что это за магия? Я не знаю. Что за жесть? О, щит, надеюсь, просто призрак гребаный, невидимый. Смотри, она там... Она просто открывается! Там никого нет! Он невидимый? Гребаный. О, щит, камера! Она открылась полностью.
А, там вон он! Чувак! Кто это, бля? Это гвоздит? Смотри, как его колбасит. Оу, щет. Чувак, с камеры лагает, видишь? Чуваки, это просто крепотня. What the fuck? Я к нему не пойду ни за что. Он прямо за этой стенкой. Он повернулся. Он прямо за этой стенкой. Чувак, это не смешно, это уже какая-то херня. Я предлагаю. Подожди, он просто стоит и смотрит. Что, завис? Просто понаблюдай. Не, камера. О, щит, у меня мурашки по коже. Чувак, what the fuck? Ты видел? Да. Он как будто резко как-то поворачивается. Я хочу увидеть его лицо, чувак. Почему? А он в капюшоне? В капюшоне каком-то. Может, он боится, чтобы вы увидели, типа? Он шарит, он от рода слышит. Давай тихо разговаривать. Ребята, будем тихо разговаривать. Чувак, почему он стоит? Почему? Я не знаю, он смотрит в зеркало или что? Походу на себя красиво. Ребяточки, он смотрит просто в зеркало на себя. Жесть! Он как думал. Он стоит такой. И в себя смотрит. О, стрелы развернулся, чувак. Он как будто это пышется или что? Я не знаю, чувак, или камера багается. О, щит, чувак, сколько тебе дать денег, чтобы ты к нему пошел? Не, я к нему пойду. Вау, он пропал, чувак. Он делся. О, щит, чувак, это было... Это... Чувак, он может сюда пошел. Я не знаю, чувак, он призрак, походу, какой-то. Что мы делаем? Иди, чувак, тихо. Ты пойдешь к нему? Вау, щит! What the fuck, чувак, это... Oh, он в камеру прям смотрит. Я чувак, в ахере, ты видел его лицо, это гость, это реальный гость. Он спалил камеру. Чувак, ему надо пойти проверить. Куда? Я не пойду. Его нет нигде на камерах. Чувак, просто пойти и подснять. А если он нас... Тихонечко очень. Да вроде... Просто... Если бы хотел нас уже убить, он бы убил. Ну, да, тут идти вообще фигню. Ладно, все, чуваки, мы идем его снимать. Погнали. Чувак, нам должны премию за это дать. Аккуратно, тихонько очень идем. В глаза ему не смотри вообще. А куда ему смотреть? Смотри просто вот сюда, на грудь его, чувак. Я вообще никогда не хочу смотреть на него. О, чувак, вот он, бля. О, чувак, смотри, вот он. Чувак, жесть, посмотри на его глаза. Смотри, он к нам идет. Он идет на нас. О, чувак, он идет прямо к нас. Стоп, постой, стоп, поставь как-то, чтобы он не сразу прошел. Это ему похрен на стол, он гребаный призрак. Чувак, это хрень какая-то. Чуваки, я думаю, нужно нам валить с дома, потому что это уже очень опасно. Подписывайся на канал, ставь лайк, подписочку, скажите, что нам делать с этим гостем, я не знаю, ребяточки. Пиши свое мнение в комментариях, все, мы погнали.